Амора тут насадил дынь огурцовых. Их получилось очень много, и теперь прореживает, да? И вот так вот, и жестоко туда, вот прям жестоко так. Это слишком много. Слишком много. А у нас, кстати, во второй половине дня погода немножко распогодилась. То есть из-за тучек стало выглядывать солнце, дождь закончился. И вот она, такая стамбульская погода, про которую говорят, что ей нельзя верить. Да? Ты веришь в стамбульской погоде? Нет. Уже нет? Я не верю, поэтому беру зонт частенько.